И всем хай, с вами XDarten. И сегодня будем отвечать на вопросы, которые я просил писать под вот эти вот видео. Также монтаж немного изменем. Подсоедините в комментах, как вам больше нравится. Хочу узнать, как ваше мнение, как вы относитесь к такому монтажу. Ну что ж, поехали. Ну что ж, первый вопрос. Что за персонажи у тебя в сериале? И сколько ты анимируешь? Что касается вопроса, сколько я анимирую? Анимирую я с 2021 года. Но канал создан был в 2022 году, потому что это мой не первый канал. Но именно более серьезно относиться к анимации я стал именно в 2022 году. Поэтому я считаю, что анимирую я 2 года. Если брать персонажа Брат, как я его называю, он очень загадочный, необычный. Хочу раскрыть его историю в Кнате в эпизодах по типу, как было в Mortal Kombat. То есть были обычные эпизоды, а есть половинчатые эпизоды. Поэтому 9.5. Вот такой же хочу сделать я. Будешь ли делать туториалы и когда новая серия «Отвернутая огнем»? Туториалы будут на канале, но будут они на банальные темы по типу ходьбы, а на какие-нибудь темы по типу как сделать что-нибудь такое интересное. Что же касается новой серии, выйдет она, наверное, где-то через месяц, может быть больше, потому что я хочу сделать некоторые ремодели, хочу посмотреть сюжет, хочу посмотреть, как у меня это все будет, поэтому, сами понимаете, не более считали ленивая задница. Как ты придумал своего главного героя и вообще кто он такой? Что ж, если брать начало моего главного героя, то выглядел он примерно как-то так. Но если брать моего самого первого ОЦ, то это какой-то робот, которому было Карл Дэви анимации. Если описать, кто он такой, зовут его Хихона, фамилия у него Митсо. Довольно странные имена, выбирал, для меня они имеют какой смысл, кто найдет перевод. Перевод, который я нашел и назвал этого персонажа. Ох, сколько мороки у меня было с ним, я его перерисовывал несколько раз. И даже недавно буквально была небольшая переделка его торса, потому что мне не нравился. Ну, все прошло хорошо, и да, этот персонаж мне нравится, и в ближайшее время я не буду его никак менять, не дорисовывать. Надеюсь, ответил на все вопросы, которые меня интересовали. Всем удачи и всем пока-пока.